Приветствую, коллеги. Давно не было видео у меня на канале. Сегодня у меня вот новость. Я буду распаковывать посылочку с Алиэкспресса. Внутри находится фонарь на ядерном топливе, который я в свое время его попробовал. И с тех пор, потом я купил их штук 10. С какой целью? Так, ну, упаковка, конечно, уродская. Могли бы дать какую-то немножечко пеночки. Так, что это у нас? Фонарь хорош тем, что он вечный. То есть один раз его поставил на велик, и он у меня ездил до тех пор, пока я его спустя несколько лет... Зачем-то я его снял, я уже не помню зачем. Что-то я хотел посмотреть внутри. Значит, вот так вот. Тут у нас закручивается, здесь у нас вот так вот вставляется. Недостаток есть, вот там вот видно, да? Туда попадает грязь, если попадать в серьезные говна. Вот, тем не менее, он у меня попадал... Что это я не могу сделать? Тем не менее, он у меня попадал в серьезные говна, и при этом нормально, блин, светил. Что такое? Еще раз. Вот так, раз. Оп. Включаю. Сука, не работает. Итак, мне пришлось сделать небольшой перерыв по той причине, что аккумуляторы не были заряжены. Значит, аккумулятор я зарядил. Сейчас зима, их сложно заряжать. Теперь я включаю. Вот так вот, раз, один режим. Второй более интересный. Третий прямое мигание. И выключение. Сейчас будем делать все то же самое без света. Все то же самое без света. Смотрим, как оно работает. Ну и да, я не купил бы 10 штук сразу подряд и не дарил бы всем, если бы эта вещь не работала. Ну, как-то так вот. То есть некоторый источник света, который работает и который работает вечно, там 4 года тестировки. Ну что, на этом все. Рекомендую к покупке. Ровные, хорошие дороги, и будьте вы мне освещенные.